В столичных школах начались мероприятия, посвященные Дню Республики. Ученики и учителя школы номер 29 установили СРГ в холле образовательного учреждения. Отметим, якутский национальный символ они сделали своими руками. И как они сами признались, процесс работы над СРГ разбудил и усилил в них чувство гордости за свою родину. Творческая группа работает над созданием проекта «Сергей», то есть наши мальчики, наши ребята сами выполняли всю работу, и каждый ребенок был вовлечен в создание нашей школы, в создание нашего стиля, то есть особого. Мы решили сделать в якутском стиле, так как мы проживаем в республике Саха-Якутия.